К этому будет непросто привыкнуть, но вместо ярких названий, вроде Polo, Golf или Passat, для своих электромобилей Volkswagen решил применять буквенно-цифровые индексы. И вот что получается. Первым вышел хэтчбэк ID3, в имени которого буквы ID предложено расшифровывать как Intelligent и Identity, то есть умный дизайн и идентичность. Ну а цифра — место во внутримарочной иерархии. В Европе кроме третьего также присутствует четвертый ID, а сейчас этот дуэт расширился до полноценного трио, поскольку немцы презентовали ID5, который оказался всего лишь купеобразной версией упомянутого кроссовера ID4. Новинка отличается только формой крыши и кормы. Более обтекаемая форма позволила уменьшить коэффициент аэродинамического сопротивления, но задним пассажирам стало теснее. Здесь будет комфортно лишь людям не выше 180 см. И еще, внимательно взгляните на покатую корму. На крышке багажника нет щетки стеклоочистителя, а от загрязнения стекло должно защитить антикрыло. Самая простая 50-киловаттная батарея купеобразному кроссоверу не положена. Видимо, Volkswagen решил блюсти имидж более статусной модели. Поэтому ID5 предложен только со старшим аккумулятором на 77 кВт-часов. Два начальных исполнения имеют задний привод и электромоторы на 174 и 204 силы соответственно. Такие паркетники готовы отмахать на одной зарядке 520 км по современному циклу WLTP. Отдельного внимания заслуживает полноприводная версия, которую легко опознать по более дерзкому бамперу. В движение машину приводят пара движков с суммарной отдачей по 300 сил, а потому разгон до сотни занимает лишь 6 секунд. В продаже Volkswagen ID5 появится весной следующего года. И, кстати, российский Volkswagen недавно опрашивал публику, интересны ли ей электромобили. Не ровен час, когда-нибудь серия ID появится и в наших автосалонах. Кстати, во время презентации нового паркетника публике вдобавок предъявили электрический минивэн Volkswagen ID Bus. Рядом со мной стоит нечто, что заставляет мое сердце биться чаще. Правда, об этом нечто мы поговорим не сегодня, а ориентировочно в начале следующего года. Это ID Bus. Напомним, что над проектом электрического минивэна, напоминающего старые заднемоторные Volkswagen, в компании работают больше 5 лет. Теперь стало очевидным, что товарная версия модели будет похожей на концепт, который немцы показывали на грузовой выставке IAA 2018 года.